В ночь с субботы на воскресенье на улице Долгой мужчина стрелял из ружья прямо во дворе своего дома. Местные жалуются, сосед часто пьет и угрожает обидчикам расправой. А вот его жена утверждает, он охотник и просто решил проверить ружье. Тем не менее, ночной инцидент стал последней каплей для соседей. Мужчину избили и вызвали полицию. Я выехал с дачи, зная, что сосед может что-то применить. На подъезде к городу уже ребята позвонили, сказали, что он выстрелил. Я заставил их спрятаться подальше от окон. Когда уже заехал ближе к дому, начал смотреть через ворота, увидел, что он сидит ко мне спиной, вот там вот подальше, на лавочке. Я тихонько к нему подошел, позвал его. Он, когда увидел меня, начал вставать и идти в сторону своего дома. Но я так подозреваю за ружьем, из которого он стрелял. Мне пришлось его остановить и применить физическую силу. Будет составлен административный протокол. Ружье будет временно изъято до решения суда, но решением суда, скорее всего, будет изъято навсегда.